Еще раз добрый вечер. Песни от всей души в эфире. Уникальные голоса, судьбы и мелодии, которые изменили жизнь наших гостей. Наша сцена открыта для самородков со всего мира и продолжает наш сегодняшний вечер простой парень из Казахстана Кенжебек Нурдалдой. Браво, молодец!
Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Молодец. Как красиво ты поешь. Как красиво ты поешь. Такая серьезная песня. Как она попала к тебе в репертуар, расскажи. На самом деле, я издавна слушал Муслима Магомаева, и какое-то время прошло, я об этом совсем забыл. Потом просто я лежал на диване и что-то напевал, так, и вдруг что-то ноты подошли, я такой, опа. Еще и время пришло такое, знаете, когда я уже все осознал. Раньше по детству ты это слушаешь, ну, как бы непринужденно, то есть просто на фоне играет, потому что мои родители частенько слушали, поэтому эта песня отпечаталась, но я не решался ее спеть, потому что и возраст, и именно возраст, сознание... Возраст, скажи, сколько тебе лет? Мне сейчас 21. Возраст. Уже много осознал. Ну, в принципе. А где ты учился музыке? Я больше, наверное, самоучка, потому что изначально вот я начал петь с магнитофоном в детстве. И после этого в 6 лет отец понял, что мне, ну, мой путь — это вот становиться музыкантом, певцом. Вот сейчас мы видим как раз фотку с магнитофоном. Ты маленький, сверху магнитофон. Начало твоего пути. Знаете, почему он, кстати... Его вешали сверху меня вот так. Почему? Потому что, чтобы я не достал. Потому что если я его достану, я его обязательно сломаю и разберу. Посмотрю, что там внутри. Обязательно. В дальнейшем уже, когда отец понял, он сразу же меня отправил на районный конкурс. Анши Балапан называется. Там же я сразу забрал первое место. И я сразу понял, что это мое, потому что там дарили игрушки, а я хотел больше игрушек. А сколько тебе было лет, когда ты первый раз выиграл? 6 лет мне было. Ну, я сегодня инструмент. Что споем сегодня? Какие песни? Я думаю, мне очень сильно нравится песня «Моряка». Это вот «Любите, девушки». Она, я ее Браво, очень сильно люблю. Можем ее спеть? Ну, давай. Давай. Начинаем Опа. И подпоем. В самой полной силе, самый сильный ураган, ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда, и беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, перенесемся в родное село Кинжибека и познакомимся с ним еще поближе. Мы все горды за него и рады. Мы двигаемся вот так вот. У нас в селе его все знают. Певец Кинжибек. Всем спасибо! Это мое село. Оно называется Еркиншилек, что в переводе означает «свобода». Когда я гуляю по этим улицам, я возвращаюсь в свое детство. В эти места меня очень сильно тянет, потому что здесь все мои близкие. Это мой дом. Он не выглядит как дворец, но тем не менее я очень дорожу этим местом. Я с рождения незрячий. У меня сейчас диагноз атрофия зрительного нерва. Я вообще не чувствую себя каким-то обделенным, потому что вокруг меня все люди не позволяют этого чувствовать.
Ты такой крутой. Мама для меня... Ты такой крутой. Ну, да, тебе столько мама солнца. Мама воспитывала нас одна. Отец умер, когда мне было 8 лет. Остановилось сердце. Мама всегда была со мной. Как люблю твой голос нежный, мама. Не молитвы ты читала. Их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Инжибек полюбил музыку благодаря отцу. Он первым почувствовал его талант и научил петь. Они могли часами разучивать новые мелодии, ну и я с ними. Когда мужа не стало, мне было 45 лет. Одна осталась с тремя детьми. Было очень тяжело. Мне пришлось уехать, бралась за любую работу, чтобы поднять детей. Я никогда не верил в то, что можно потерять человека, и для меня это казалось чем-то невообразимым. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Мне несколько дней не говорили из-за того, что я ребенок. Он нас очень сильно любил. Даже если его сейчас нету, то он все видит и помогает. Отец сделал все, чтобы я нашел свой путь. Он очень сильно верил в меня. В тебе лишь моя вера, моя сила и мой путь. И выдержу все я, только меня ты не забудь. Я мечтаю о том, чтобы мою музыку услышали очень много людей. Самое главное, чтобы они услышали это, чтобы до их сердец оно дошло. Чтобы то, что я делаю, приносило только пользу. И днями, и ночами, часы не замечая, снова, снова, снова жду твои шаги. Очень красиво. А сейчас ты живешь где? Сейчас я живу в городе Алма-Ата. Часто удается приехать к маме? Я сейчас на данный момент очень плотно работаю, поэтому не совсем часто получается навещать, а когда навещаю, я просто радуюсь, счастливый, и мы с мамой прям единое целое. Поэтому я люблю свой дом, я люблю своих родных, я люблю Казахстан. Тогда привет, давай передадим. Мне сказали, какая-то очень трогательная есть песня про маму на казахском куплете. На самом деле песня не про маму, песня больше, наверное, народная песня, которую любит очень сильно мама. Я бы хотел ее спеть. Наша казахская народная песня «Козыгның мөлдірнай» называется. Барадай аулым көшеп, қызыл жарғо. Таң атар шолпан туап, сызылғандай көзің. Как вам голос? Прекрасный голос. Молодец. Пускай Господь помогает тебе, молодец. Он поет душой. Прям поет душой. Мне сказали, что когда ты вчера был у нас в студии, ты восхитился музыкальной аппаратурой. У нас есть тебе тоже сегодня небольшой подарок. Да вот, открывай сам, да, вот тебе. Вот здесь. Вау.
Это интересно, это интересно. Помочь? Можно я помогу? Так. Вау! Держи, держи. Да ладно! Офигеть! Ребята! Вы чё? Ничего себе! С ума сойти! Это же союз! Микрофон! Ё-моё, вы чё делаете? Офигеть! Ты понял, что это? Это микрофон, это союз! Это тот микрофон, который на студии вчера стоял, я говорил, блин, вот бы его купить, я думал, офигеть! Да, мечты сбываются! Пусть все твои мечты сбываются всегда, так же легко и радостно. Ты достоин. Спасибо большое, я очень благодарен. Блин, я очень благодарен. Ну, здорово. Вчера я только ребятам своим, братьям моим, которые со мной приехали. Привет, кстати, в зале. Они в зале? Всем, да, да, они в зале. Вот они там сидят. Блин, я вчера только говорил, вот этот микрофон, я его очень сильно хочу. Я просто поразился его вот звуком. Это настолько круто, я не знаю, я не могу это как-то описать. Давай, какой-нибудь еще кусочек какой-нибудь песни. И... Да, конечно. Давайте все вместе попоем Мурата Насырова. Я это ты. Мы можем спокойно спеть, да? Пусть говорят, мы редко видимся с тобой. В сердце всегда ты со мной, ты со мной. Пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоем. Люди твердят об одном, об одном, но я это. Давайте с нами.